была крышка лотка тротуарного желоба. Получились вот такие вот площадочки. Чик-чик-чик-чик. Ой. Вот такие пропилы. Оп. Хоп, на-на-на. В покраску. Ну что, друзья, соорудил вот такую вот подножку. Справа-слева, так как некоторые правой ногой заходят, некоторые лево вперед. Поэтому сделал с двух сторон. И спускаться удобнее. В общем, вот. Как послужит, не знаю. Изделие экспериментальное. Запатентованное. Выполненное из обрезков металла, которые валялись дома. В качестве ступенек кусок обычной крышки для лотка металлической, оцинкованной. Остальное из обычного металла, который валялся у меня дома под ногами. Жесткость конструкции невысокая за счет того, что это основание родное, на прицепе которое стояло, а сама конструкция жесткая. Ну, как послужит, потом посмотрим. Со временем будет ясно. Еще раз заход-выход. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь. И напишите, какие вы используете подножки. Используете ли вообще их? Нужно ли это было? Не нужно? Напишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо. Пока.